7 декабря в галерее «Белый рояль» состоялась выставка художника, профессора живописи Казнаи имени Жургенова Булата Торгенбая. Волшебная поэзия мира распахивается перед взором каждого, кто стоит перед полотнами художника. Целый год вот примерно мы готовились к этой выставке. И вот результат вроде неплохой. Живописные знаки и символы – вот живительная основа картин. Его образы кажутся наивными и мудрыми одновременно. Ясные композиции таят в себе некий код, который вряд ли стоит обязательно разгадывать или строить логические мостики смыслов. Булат Торгенбай – это художник, который, ну, может быть, вот авангардисты скажут, что он наивный, что он как бы не идет в ногу со временем. Но искусство не обязательно должно бежать впереди паровоза. Есть художники, которые останавливаются надолго на привал, чтобы внимательно рассмотреть все, что вокруг. Мир, который изображает Булат, это мир, ну, скажем так, сказочного, затянувшегося детства, где время очень медленное. И неспроста характер изображения Земли и людей, ее населяющих, вызывает ассоциацию со сказочным пространством. Здесь вечно странствуют любознательные перегримы, бесконечно любуются пологом небес и влюбленно оглядывают земные просторы доверчивые путники, мудрые дервиши, погруженные в неприкасающие размышления о смысле жизни. Скорбень телом ты, или тщедушен умом, не беснуйся однажды кран. Нет вины на слепом, нет вины на хромом, все прощающие судят Коран, обделенных в делах, обойденных в любви, что слепа обозналась в сердцах. Помни, зиждется мир, как его не вид, не на бесах, а на небесах. В одних полотнах природа, кажется, только начинает быть и не отличает еще рассвет от заката. В других явная отчетность безоблачного дня или медитативная энергия вечера. Встречаются фигурки людей в восточных одеждах, то в одиночку, то целым братством, пересекающие земные просторы. Они мыслят, беседуют, мечтают, не замечая ничего вокруг. И все же они безраздельно принадлежат этим бескрайним равнинам, медленным рекам и покоящимся озерам, большим и малым холмам, беспечным знаком свободной игры земных недр. Здесь у меня, наверное, идет какой-то ассоциативная работа. Все у меня берется из жизни, но я его по-своему, как говорится, на работе показываю это по-своему. И поэтому, наверное, когда, например, зритель смотрит, вроде есть в жизни, в природе такое, вроде и нету. Вот, потому что я через себя пропускаю и этот показываю. Булат Торгенбай – один из первых выпускников Академии, который получил образование по специальности «Монументальная живопись». У него имеется своя персональная мастерская при Академии искусств. Он автор многих персональных выставок, его очередная выставка «Уштасу» посвящается 20-летию независимости Республики Казахстан. Всякий зритель, полюбивший произведения Булата Торгенбая, не только приобщается к их образным реалиям, но и может продолжить их существование в границах своей души.